Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение сегодня? Настроение. И чем будете удивлять сегодня публику? Настроение отличное. Правда, я немного болею, поэтому чувствую себя немного менее позитивно, чем обычно. Публику буду удивлять своим альбомом «Jazzum Dream», который я представляю уже в течение года, занимаюсь его продвижением. И сегодня будет очередная презентация этого альбома. С кем сегодня играете? И, может быть, музыкантов назовете? Да, конечно. Я играю с Валерием Гроховским, с Тимуром Некрасовым, с Аделем Сибирьяном, с которым я играю уже очень долгое время, с которым я гастролирую вместе, поэтому это мои такие уже родные люди. А что нового готовить в творческом плане в ближайшее время? И, может быть, проект какой-то с каким-то известным артистом планируете? Вы знаете, я сейчас работаю над новым альбомом. Он будет абсолютно в другом стиле, нежели чем сейчас вы видите. Это будет смешение разных стилей. Там будет и поп, и регги, и фанк, и джаз, и соул, и хип-хоп. И все это вместе получилось что-то новое. Вот мы сейчас готовим выпуск этого альбома. Параллельно я также еще выпускаю... под условным названием Dream 2 мы выпускаем альбом, который будет наполнен тоже хитами, но уже немного другого времени. Ясно. А может быть, дату какую-то обозначите уже своего релиза вот этого нового альбома? Нет, пока не буду озвучивать. Вообще, чем вы занимаетесь сейчас помимо музыки, кроме того, что поете? Может быть, заняты в каких-то других проектах? Может быть, вам интересно кино? Вы знаете, я снимаюсь сейчас в кино достаточно часто, в разных эпизодах пока, потому что мне просто не хватает на это времени. Вот. И параллельно я еще занимаюсь... Даже не знаю, как это. Я сейчас решила попробовать себя в роли телеведущей. И на канале «Культура» я соведущая Юрия Башмета в программе «Музыкальный вокзал». А когда в ближайшее время мы можем вас увидеть на экране? В ближайшее. Я пока тоже точно дату не знаю, но вот сейчас мы отсняли первый сезон, и вот он выходит на экран уже скоро. Ясно. Александра, сейчас вот наше непростое время шоу-бизнеса. Очень сложно достаточно привлечь внимание публики. Хотели бы, может быть, себя попробовать в каких-то телевизионных проектах, конкурсах, типа «Новая волна» в Юрмале, либо «Фабрика звезд. Возвращение». Вы знаете, я как-то далека от этого, мне всегда это было не по душе, я бы не хотела в этом вариться, поэтому я считаю, что моя дорога немного другая, она более сложная, но я не хотела бы себя приобщать к этому виду искусства. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel like glow just thinking of you and the way you look tonight. Yeah, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. So, with each word, your tenderness grows, tearing my fears. That wrinkles your nose, touches my foolish heart. Yes, you're lovely, never ever change. Give them breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I tonight.
In a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue. There's a dream that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon the stars and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like clever drums, way above the chimney tops, that's where you
Thank you.